Если бы каждый руководитель ходил бы периодически пешком, то он бы увидел, что это занятие – настоящее испытание. Местами перебитая плитка на пешеходных дорожках, загроможденные различным товаром магазинов тротуары или куча припаркованных автомашин, отсутствие местами ночного освещения, пестрая реклама, установленная где попало. Для пешеходов нет никаких условий для пеших прогулок. Об этом и многом другом было сказано хокимом области Эркинджоном Турдымовым на собрании, прошедшем в хокимиате города Самарканда с участием руководителей секторов города, областных и городских организаций. К сожалению, нет одной единой команды, которая бы сплоченно работала на благо процветания города, отметил хоким области. Подвергнута критике работа управления благоустройства, руководителей секторов. Отмечалось отсутствие системной работы. Манда жуда катта хаватыр бор. Самарканд шахарда команда йок. Ачык айтаман, команда йок. Команда йоклыгы ахалыны murojaatlarini keskin ko'payishiga, ijro holatini yaxshi emasligiga olib kelyapti. Turtib ishlash mexanizmi joriy etilyapti. Aravani tortmaydigan bo'lsak, nima qilamiz biz bu yerda yuribmiz? Следующий вопрос был посвящен городу-миллионнику. Где будут расположены административные центры хокимиатов города, которые планируется подразделить на 5 районов? Как будут функционировать городские организации, поликлиники, родильные дома? Какие из них требуют разделения на районы? Поинтересовался глава региона. Самарканд шахар миллионный шахар гайланады. Кана? Ким бунга жооп берады? Ким? Beshta tumanning ma'muriy markazlari qayerda bo'ladi? Qayerda joyi tanlangan? Qani Bog'ishamol tumanining qayerda bo'ladi? Sug'diyona tumanining qayerda bo'ladi? Siyob tumanining hokimiyati qayerda bo'ladi? To'xtalish kerak emas menga. Menga qarorlarni hammasini tayyorlab, chizib, hokimiyatni shakllantirib bo'lishimiz kerak. Proyektini chizishimiz kerak. Все эти вопросы требуют тщательной разработки и планомерной работы совместно со специалистами из Ташкента. Будет создана комиссия во главе с заместителем хокима области, которая начнет работу над разработкой концепции города-миллионника. По всем рассмотренным темам даны конкретные поручения и установлены сроки исполнения.